Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем вот такие вот простые тапочки-слитки. Для этого мне понадобилась пряжа 100 граммов. Вот такая вот. 80% шерсть, 20% акрил. 100 граммах 147 метров. Две пуговицы, ножницы, игла, спиц 3,5 миллиметра. Обрисовала я свою ступню. Начинаю я вязание с того, что набираю петли, 32 петли. 4. В конце, как обычно, я делаю узелок и вяжу все лицевыми петлями. Все вязание у меня лицевые петли. Кромочную я тоже вяжу лицевой, для того чтобы краешек вот такой вот фигурный, ажурный был. И так далее. Вяжем нашу деталь лицевыми. Вязать мы будем вот это вот расстояние, вот сколько у меня здесь, 24 сантиметра минус 5 сантиметров, то есть я буду вязать 19 сантиметров до вот этого момента. Так, вот вся наша деталь, девчонки, смотрите, 19 сантиметров, а здесь у меня 24 сантиметра, поэтому минус 5 сантиметров от длины ноги, минус 5 сантиметров. Вот видите, здесь у нас 5 сантиметров. Теперь мы все петли закрываем. Далее у нас по плану сборка. Собирать мы начинаем вот именно с носка. Для этого деталь складываем, перегибаем на три части. Шить мы будем вот эти две. Одну треть мы оставляем пока не задействованной. Здесь я делаю узел. Вот эту часть мне нужно будет стянуть, поэтому я на иглу набираю здесь вот, одеваю петелечки. И стягиваю. Далее выворачиваем как бы на лицевую сторону. Здесь проверяем, чтобы у нас было левый, правый тапочек был. И перекладываем вот так вот, хорошенько перекладываем и пришиваем. Видите, просто несколькими стежками мы здесь пришиваем. Здесь я пришиваю пуговицу, она у нас декоративная, то есть она не функционирует как пуговица, поэтому здесь можно пришить любое другое украшение. У меня это пуговица. Так, вот они. Складываем лицевыми сторонами вовнутрь и сшиваем вот этот вот шовчик сзади, где пяточка. Когда до конца у нас остается 2 сантиметра, делаем узел и набираем точно так же, как мы делали на носке. Мы собираем вот эти вот петли, стягиваем для того, чтобы вот это сформировать нашу пятку. Делаем узел и готово. Все, наши слитки готовы, девчонки. Ставим лайки, подписываемся на канал, подписываемся на инстаграм. Ждем следующего видео. С вами была Вика из школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.